Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 9 муниципалитетах округа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на Ямале получено 65 положительных тестов на COVID-19. Из этого количества заболевание подтвердилось у 6 вахтовых рабочих. Еще 59 человек заболели в муниципалитетах округа. Самое большое количество положительных тестов получено в Новом Уренгое – 17. В Муравленко за сутки новых случаев не зарегистрировано. Всего на Ямале госпитализировано 412 пациентов, 23 в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом. Выздоровели за сутки 189 человек. Количество летальных исходов увеличилось до 379. За сутки скончался один пациент в Салехарде.